Самая старшая из долгожителей живет в аральском ауле Сазде. Ей 109 лет. Аким района поздравил Киевана Жонай Тенембетову с праздником пожилых. Жена Яжей, несмотря на годы, ходит самостоятельно. Очень любит гулять по двору. А это Тажгуль Инсепова из аула Аралкум. Ей 103 года. Обе долгожительницы были тронуты вниманием. Дали свое материнское бата благословение. Всего в районе около 8 тысяч пенсионеров. Они принимают активное участие в общественной жизни, охотно делятся опытом с молодыми. На торжественном вечере в честь Дня пожилых была отмечена их роль в сохранении и пропаганде национальных обычаев и традиций, языка и культуры. Основная миссия ветерана – воспитание молодежи, передача ей жизненного опыта, знания, укрепление единства и согласия в обществе. В каждом населенном пункте аксакалы принимают оксамы активное участие во всех мероприятиях. В торжества в честь Дня пожилых завершились большим концертом. Очень хорошо организован праздник. Нас поздравили с праздником, одарили подарками, поставили большой концерт. Очень приятно. Сам я свыше 40 лет проработал в медицине. От имени ветеранов выражаем благодарность за внимание. У меня 39 лет педагогического стажа, воспитала немало учеников. Сейчас они трудятся в самых разных сферах. Я благодарна своей судьбе. Галымжан Жумназар, Акымжан Жултаев, Алпамыс Ашырбеков, Турехан Кожахметов, телеканал Кызылорда.